Всем добрый день или доброе утро. Значит, вот подошел я к акации. Вот, вот такие вот кисточки на данный момент, на 12 мая 22 года. Значит, как говорил я уже ранее, ночами холодно. Вот. Ну, даже вот пытаются белеть зубчики. Зависть хорошая, но с опозданием. Обычно она уже с 10-го зацветала, а 12-13 уже вовсю цвела. Вот. Но на данный момент, ну, я так думаю, после 15-го должна к 20-му зацвести. Хотя все будет зависеть от температуры. Вот. Вот такие вот дела. Вот такая вот зависть. Будем ждать урожая. Всем удачи, до новых встреч!